что-то прям заходит в повороты. Так, держись правее, по-моему, да? Держитесь правее, а затем через 200 метров поверните направо. Поверните направо. Через 200 метров поверните направо, во двор. Поверните направо, во двор. Инвалидная, да? Да, вон такси приезжает. А он такси ждет, да? Угу. Вы приехали. Парковка? Угу. Вон гольф сейчас может уехать. А? Гольф может. Мило он заводится что-то. Знаешь, чтоб Нива почему не приехала? И гольф уезжает. Можно вас сфотографировать или? Это что? Знаменитость не стала. А, нас сфотографировать. Там документы. Не, я не пойду, что там нет, не спал. А? Ничего не спал, нормально. Маршрут построен. Выглядит охеренно. Вода, да? Была. Пакет еще до сих пор. Ну что ты, маршрут не ищешь? О, сколько время? Так, 13:08. Да, время уже до хрена, да? Да. Но нам ехать и ехать, а мы что-то не торопимся ехать совсем.
вообще не хочет искать маршрут. Да? Чем это связано? Интернет не лает? Наверное. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо. Куда мы зашли? На улицу Савушкина. Воды. Еще и голодные. Поверните направо. Его там сзади газует, да? Лезет, не нравится ему что-то. Короче, ехать нам дофига. Докуда мы сегодня доедем, интересно? Что у нас там еще по пути будет? Волгоград.
сколько ты пил? 2 года? Да, хер не знаю. Тамбов. Ну, я так понимаю, в Тамбове мы ночуем. Так, что там, повернуться направо и держитесь левее. Выехали туда, откуда заезжали. Ну да. Прямо 8 километров. Москва, 1385. Орвал, конкуренты. Не конкуренты.
бомба. Дорогая бомба. Дорогая. Дорого. Базара нет. Ну, в Москве дешевле едим. Угу. Две шаурмы 300 рублей, блин. И тут полторашечка, на. Ты же в гвардии шла, да? Стороне его нету. Найден более быстрый маршрут. У нас все равно еще 55 километров есть. Ну, предлагаешь ехать, не заезжать? Ну, еще на трассу и попробуем. Мы уже где-то на трассе. Ты? Ну, я так понимаю. Мне кажется, она такая и будет у нас. Что здесь по топливу? Пятый, 47.85. Второй 44-44. Так, что там за на 3 минуты быстрее? Нам ехать 17 часов, ты мне показываешь на 3 минуты быстрее. Это же бездушная программа, конечно. В Астрахани въехали. Найден более быстрый маршрут. Нормально. Прямо 375 километров. Все, можно убрать навигатор. Наверное, вот такие в богатых свои лодочки, да, у всех. Ну, не у богатых, а у... Более-менее, так. Да. Не бедных. Газпром слева. Да, 82-й, это что за регион? Крым? Не знаю. Памятники. Акрополь. О, смотри, какая церквушка впереди слева. Так, прибытие в 6 утра. Но у нас еще это. Мы сейчас пересечем границу. У нас часик назад. Хоп.
границе Волгоградской области, с кем у нас Тамбовской сразу граничит. Недавно, кстати, ну то, что кто-то из подписчиков написал, блин, все время ездите по М4, ни разу бесплатку не выложили. Вот, пожалуйста, едем по бесплатке. Они прям сидят и смотрят? Да, прям есть такие, кто ну вот и до смотрит. Может, свернем туда, в городок бумажников? Потому что там бумажники валяются. Ну, мало ли, полные, если так назвали. Здесь прям красное показывает. Ты видишь пробку? Дальше поехать. Нет туалета, да? Не знаю. Может и есть. Смотрю стоимость. Че, как думаешь? Заехать? Маршрут перестроен. Или следующее? Через 50 метров да, поверните направо, на магистральную улицу. Ну давай заправим. Вывески туалета не вижу вообще. А у нас слева или справа? У нас слева. Я привык, блин, на это. Тупанул. Тихо, кавы. Ну, пойдем сюда. Может, есть кто? Поверните направо. Ну, кстати, вот в этот раз мы наиграемся в эти обгонялки с фурами. Да? Ну, по этой-то трассе, да, что здесь одна полоса, и либо будем за ней 80-90 переться, либо будем обгонять. Поэтому спорт-режим нам в помощь. Ароматная.
сайт их нахуй. 33. Перекрыли вообще дорожники. Да. Так, надо этот. А, воткнул. В общем, местный толху неплохой, да? Ну, фиг его знает. Может, от него. Я взял из-за этого моряка, блин, на этикетке. Попробовать. Что там перекрыто? Там ремонт идет, да? Я так понимаю, там одна полоса. Ну, давай километраж скидывай. В смысле скидывай? Ну, ноль. Ну, я его скинул, когда мы еще у вас находили. Да? А, 36,4. Да. Да, мы поехали смак. Давай вот этот сброшу. Расход на 100 километров. Сколько был? 8,9. Это был ее городской. Ну да. Наш-то 7 будет в среднем. 6 копейками. 7. А километраж зачем? Понять, сколько от точки до точки? Угу. 1400. Какая-то непонятная, да, смотри, слишком уж крупная для травы. На кукурузу похоже, но это не чуть. Камыш. Да? Камыш. Не знаю, дикий, не дикий горун. Бывает ли вообще не дикий камыш. Пускать-то будете? Слушай, ну 40 лет в ЛКСМ, это как раз таки этот, Волгоград. Я прям мимо сестры буду проезжать, я так понимаю. Мимо дома сестры. Да? А может быть еще и мимо дяди. Двоюродность? Да. Скорее всего. Ну, вроде завтра планирую стартовать. Он зарабатывает, да, в принципе? Смотри, как. Угу. Поездки какие-то и так далее. Есть деньги, которые водятся, да? Периодически. А он где своих клиентов ищет? Основной доход он делает два сайта маминой компании. Да? Основной доход вот где. Хули так не жить. Ну блин, ну нельзя же так. А чем он называется?
что-то вот для этого трансформатор, вот такая вот вся какая-то. Для путей. Я понял, изоляторы. Да, да, да. Все, приехали, блин. Умники нарисовались. Ага. О новых Тойотах. Не совсем новая Тойота. Да, Хайлюкс. Там знак обгон запрещен, но пофигу, он пофигачит сейчас. Ну, гаишники вряд ли там стоят. Бездарные регулировщики эти, строители. Там все прям объезжают аж навстречку. Вот он, смотри, сидит регулировщик от бога. Регулирует. А там этот ЖД. Ничего такого, что по встрече. Так, арбузы. Ну про арбузы забыли. Ну, смотри, парикмахерская, массаж, наращивание ресниц. Прямо вот в том вагончике. Где мы будем? Пока мы еще в Астрахани находимся, в Астраханской области. Сейчас мы как раз на трассе не будем. Да, все, поехали. Вот теперь они будут ждать, пока здесь не соберется километровая пробка. Будут там всех выпускать. А вот сюда. Угу. Как себя чувствуешь?
Че еще раз не расслышал? А, еще не мерила. Есть вообще нет, утром была нет. Я понял. Сейчас сколько? В Москве около часа, да, без 10 час. Без 15. Я понял. Че, Кирюха пошел сегодня в садик? Ну и правильно, правильно. Пусть дома побудет, с тобой побудет. Ты там, все равно хотя бы рядом с тобой, а не в садике. Он потом на 2 недели уедет. Ну ладно, что, у нас все нормально. Да, выехали только вот из Астрахани. Подъезжаем к Москве. Едем. Все. Если что, буду. Да. Угу. В Тамбове, наверное. Нет, еще ничего не знаю. Я просто примерно представляю, что за светлое время суток мы доедем ориентировочно до Тамбова. Да, ну да, как обычно. Да, ну. Да мы и так это потратились. Пожрали на 1500. Да. Да, это в Астрахани. Такие цены. Вот, да-да-да, именно рыбку. Да, рыбка это такая, не копченая, это на пару одна, да? Угу. А вторая? Просто жареная. Одна жареная, одна на пару. Ну, я пока еще не ел, она вон сзади лежит, ждет меня. Да, с собой. Ну, нет, там еще картошку, салат, попить. Ну, да, на весь день взяли, что. Ну вот, ну ладно, что, в общем, едем, ехать долго. Да, 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 хорошо. Угу. Да, пока-пока. Ну-ка, дай мне секундочку. Кого? Могу сейчас. Так, WhatsApp наш? Должен. Видишь, что ли? Ага. Нет, ты видишь? А? Здесь нет? Не знаю. Нет, наверное. Ну, хочешь с этого больше? Да ладно.
еще Джели. У вас кондей сюда есть? Завтра дожди будут, да? А я что-то слышал, то, что вся неделя никакого жарко будет. Вообще его нет здесь. Так. Так что так. Сейчас начнет ловить, и я тогда ему наберу, узнаю, что он как. Но он по-любому должен сегодня выстрелить. Да. Так что не переживай, нормально все будет. Да. Где в двери? Хрена себе. На автомате? Какого года? Аля. Да, какого года он? Ух ты, ничего себе. Но он один такой или там больше? Не, ну вообще там много таких объявлений в твоей. Оценники какие? Ага. Ну понял. Ну посмотрим, как дела будут. Посмотрим. Ну у тебя планов никаких, да? Ясно, ты что готовишь? Тоже сейчас с Вальком, знаешь, зашли там в торговый центр.
что-то голодные, глаза разбежались, там по кусочку одной рыбы взяли, по кусочку другой рыбы взяли. Потом там картошечки, такой жареный, деревенский. Вот, салатик и хоп, полторы тысячи счет, блядь. Да-да-да, сейчас, слышно? Ну и пиздец, счет на 1500, короче. Ну не стали ничего скидывать, все взяли. Так что у нас теперь, блядь. Да. Взяли покушать, как в ресторане почти. Но рыба была вкусная. Но я один кусочек оставил и еще картошки оставил на ужин. Ай? Ни хрена не слышу. Ладненько, давай, занимайся такой картошкой. Как будет связь нормально, то будет. Так. Так, вот сейчас объедь ее по обочине. Там машина какая-то стоит. Вот. А перед ней есть кто перед фурой? Я не вижу, нету. Нет никого. Нет. Иди к ней. Да ладно. Там машина какая-то стоит. Дэндон, да, какой? Прям пидор, блядь. Какого региона? Питерский. Питер. Чмошник ебаный. Да ладно, может специально сделал, чтобы никто больше так не сделал. Не, что-то пугает там. Пидор, блядь. Дай еще чуть-чуть. Ну а как я увижу потом, красный, не красный? Я тебе скажу, когда зеленый загорится сейчас. Прям сразу станцуем. Еще снимает этот петух. На этом, видишь? То вон тот? Да. Что-то рука не машет там, смотри. Видишь? Угу. Разговаривает там с кем-то по телефону. Как раз, ну, как раз. Ну чё ты там петушали, да? Какая ему нахуй разница? Ну он бы потом плёлся, а мне бы пришлось за ним стоять, бог знает сколько. Переться за ним же так же, плестись. Бля, по-моему, у этого гондона там впряжет, в этом камера стоит моя. Ну вот я тоже думал об этом. Ну ладно, если что. Значит, штраф. Мне кажется, он по телефону с кем-то по видеосвязи, что ли, разговаривает, кому-то там что-то рассказывает. Ну, смотри, у него камера, видишь, вот в зеркало, в углу лобового стекла. Может быть, как раз именно специально на это и стоит. Я тебе скажу, газует, когда загорится зеленый. Надо же такую хуйню делать, да? Про что? А вот этот светофор.
много таких. Вот что у него там было слева, а? Не видел? Машина проехала. Да я проебал его, когда он поехал. Вот слева какая-то фигня такая была, не знаю, камера. Камера. А что он нам, у нас нет проезда на красный, у нас что, объезд ходит? Рабочий? Ну да. Да. Не может быть так. У нас нет нарушения, по сути. Грилла ебаный, плетись тебе и все. Ну пылить ему еще надо. Давай. Гандон вонючий. Да он хорош матерится, Серег. Да, действительно. Ну ты прям как это, как сапожник. Нехороший человек, согласен? Редиска. Не, ну блин. Ну мы тоже нарушили, да, то, что объехать захотели. Ну логично же, что мы, но не хотим, что мы не хотим за ним потом плести. Он конкретная помеха на дороге. Я его не обогнать не смогу, ничего не смогу. И вот зачем он это делал и что там этот утырок снимал. Короче, узнаем, время придет, узнаем. Есть штраф, нету штрафа. А он что-то, когда мимо нас проезжал, что-то смотрел на нас. Да? Что у нас там, 1500 по обочине? Со скидкой 750 рублей. А если временная жалкая разметка, она, блин, клеит. За стоп-линию заехал. А у него вообще не стационарная камера, он, блин, сныкал ее в машине где-то. Да.
Да, плюс клавихи. Да. Ну вот. Все заглохло, видишь, вся движуха. А сейчас. Нифига не придумал, а что ты придумал? Мы только воспитали с этими бумажками, там заказывал эти приемы передачи, всякие акты, фигекты, пока все смотрели, пока все подписали. Вывелись. Еще тут в самой Астрахани пробки жуткие там были поначалу. Там эти, ну, ремонт дороги идет. И, ну, одна полоса всего. Ну, регулировщик стоит, одних пропустит, других пропустит. И так. Погода 34. Ну, не ощущается особо, мы так с коней едем. Да. 15-го года. Угу. Ну там тёлки новую выдали машину, а старую надо в Москву пригнать. Да. Ну да, через аукцион, скорее всего. Можно. Ну вот не знаю, надо смотреть по этому, по торгам. Они же там торгуют. Разыгрывают. У нас есть там вся эта фигня, мы зарегистрированы везде. Конечно, да. Да, вижу, нет. Ага. Да, да. Ну, буду все пока по кайфу, а потом сейчас с вами начну. Давай, ладненько, на связи. Мы проехали километров 100. Да. Да. В Тамбове где-нибудь, там, до Тамбова доедем там. Чё? Да. Понял. Ну, давай, на связи. Почему вот на встречке остановились? Что за дебилизм? Потому что даже здесь умудряют регулировщики тормознуть. Поднимают, да? Ну да. Подушку делают. Технику не слетают, наверное, да? Техника не чашка. Мы подгадали, да, по цветам только? Фартила, можно сказать. Какой? Вот, который сейчас был? Да. Ну, а если бы ехали за той фурой, остановились бы. Все. Так, надо забить этот. Че? Ну, машину на штрафы проверять. Собака. Угу. На переезде к ней че? Ничего. Так, забить машину.
профиль, добавить автомобиль. Надо будет забить, проверить на штрафы. С той стороны зеленый. Там зеленый горит. Полик, да? Т-69СВ. Скорости от 20 до 40, 500 рублей. Повторное превышение скорости от 40 до 60, 2000 рублей. От 40 до 60, 2000? Превышение от 20 до 40, 500 рублей. Ну, короче, все не наше. 20 июня, 28 июня, 28 июня. На 2,5, а еще на 500 это другой день, другой человек, видимо. И до сих пор не оплатил. Уже прошла скидка 50%. Так, мы в Нариманов сейчас, да?
здесь на ночевку остановиться. На Дневовку. На Дневовку. Да, мы в самолете сколько спали, блин. Даже здесь есть мойка самообслуживания. Тормози. А, вот он, догнал у нас этот Питер. Мордатый гондон. Сидит, видит, похоже, новый. Жарабас. С голым торсом, ну не это. Ну не с голым, а в майке, наверное. Нет, гол. Ну вообще должны тормознуть. 29-е. Ага. Сервис, автостоянка, автосварка, автоэлектрик. Туда. Может, стоило заскочить? Вододелитель. Так, арбузы, дыни. Ну, мы не дадим это. Хорошим человеком нас прогнать, мне кажется. Где брать? Что-то я не вижу таких вот прям развалов. И ножа у нас нет, да? Попробовать? Да. Или что? Да. Ну попробовать, там может быть дадут. Да я не могу, рука эта трескается постоянно. Это вроде тоже нормальные эти арбузы, да. Через 340 километров. Риус. А? Риус.
громоздило, блин. Ford F-150. Сколько же у него расход, блин? 7 литровый мотор. 25 литров? Больше. Больше 25? 40 с копейкой. Да ладно. Дизельный ход. Да. Дизельный ход. Это раньше, блин, дизель дешевле бензина был. Сейчас такие на газ, наверное, надо переводить. Раньше дизель, знаешь, как было в совхозе? Трактористы сливали соляру в ведра, ага, на крайне поле и выливали. Просто выливали, чтобы, ну, не выкатывать ее. Ага. Представляешь? А сейчас дизель поравнялся. По соляре смотрели, сколько ты отработал. Да, там растут все, ну, все там растет. Да. А здесь-то почему нет? И поля, видишь, такие, которые не возделывались никогда. Видишь, какая? Не, нет, не плодородная земля. Хамская здесь песок, да, шей. Ну, блин, ну что-то же можно придумать, как ее использовать? Как? Чернозем засыпать? Нет. Построить здесь, я не знаю, солнечные батареи. Станции на солнечных батареях. Здесь солнце дофига просто. Да. Давай замучим. Нам миллиард нужен сейчас. Всего лишь. Я один. Как к Илону Маску надо обратиться. Спонсируем. И будем спонсировать его Теслы по всему миру батарейками. Заряженными. Да. Будет отправлять нам батарейки, мы будем заряжать. Смотри, сколько здесь можно просто. Построил 200 километров туда, 200, 300, 500 туда. Все. Закидывает, блин.
Антитабачный вейп. Ну, меня он на самом деле уже не тянет курить. Да? Мне вот реально уже фиолетово. Для сигареты. Времени как бы мало, да, прошло, а меня уже не тянет. Как этот, Лас-Вегас, он же в пустыне, да, находится? Вроде как в Сочи уже есть, говорят. Алло.
Замьяны. Да? Взяла и пригнали машину получше. А с этим перегонщиком, который... автовозом приезжает. Да, автовоз и этот эвакуатор. Что-то какую-то сложную логистику, конечно, выбрали ради этого. Я не думаю, что они много сэкономили ради... Блин, а ты госномер не помнишь, какой у нее был? Ну. А, не, я Волгоград гонял, из Томска, из этого гонял, из Саранска. Может, песок здесь добывать можно? Здесь никому не нужно, здесь нет, всех много песка. Добывать и увозить там. Логистика. В другие эти.
как вот попасть мимо между этих? Сложно. И специально так сделано, чтобы ты не мог их проскочить, да, если вдруг закимарил, заснул, что-то. Переходы сделаны так, что в землю встроены какие-то эти лампочки, которые ночью оранжевым мигают. Не напрягает особенно водителя, но внимание привлекает. Ты понимаешь, что впереди дорожный переход. И они причем не одновременно моргают все, а тут моргнуло, там моргнуло, вот так вот. Видел, да, такие? Прикольно. Что-то полезное. Слушай, а в Казахстане, наверное, мы же рядом с Казахстаном. В Казахстане, наверное, все вот так вот. Так, в полях. Да, степи, казахские степи. Твои все в столбах. В Камыши, наверное, не будем заезжать. Расстояние увеличивается на 200 километров и на сколько там, на 3 часа, на 4 часа, что ли, по времени, нафиг надо. Будет другой маршрут какой-нибудь, там можно будет видишь, они зеленые. Смотри, перцы, вся фигня.